лягушку поймали. Все, началась война. Мне кажется, они не съедят, сейчас помучают и бросят. Убийцы маленькие. Вы ее не разорвете. Силенок не хватит. Да, кстати, всем привет. Вот в очередной раз вывел их попастись. Неужели проглотишь, а? Все, лягушка сдохла. Аж дерутся за нее. Как кошки с мышью. Ой, какая вкусная лягушка. Все, наигрались. Убили животное и бросили. Все, интерес пропал. Убили жабу и бросили. Потому что не смогли ее разодрать. Это не червяк, которого из земли дернул и съел. О, петухи многоголосием поют. Вроде на улице прохладно, а голову на солнце печет. Такие вы неугомонные, носитесь и носитесь. Тень пошли. Ну что, домой, может быть, хватит? Утк, а утк? Давай домой. О, у меня здесь мальва выросла. И вот еще одна. И вон. Вообще-то по весне я здесь вдоль забора положил ветки винограда. Чтобы вот так вот он все заплел. И потом все было зеленое.
Уже успели сегодня забежать на огород, потоптать грядки. Вовремя увидел, выгнал их. Им их в земле поковыряться, медом не корми. Еще недельку, ну пару, и будут все в перьях. Здрасте. Самые простые птицы выращивания – это гуси и утки. Практически никакой заботы о них не нужно. Давай еду и воду. А еще лучше, если есть место, где можно погулять. Покушать травки, подергать червячков, поесть землю – это они тоже любят. Даже сейчас вот он лежит и пытается воткнуть клюв в землю. У меня предыдущую, вернее, последних утят забрала тетенька в лобню. Вчера написала смс-ку, что подсадила их к утке. Ну, уже давно это было, недель две назад. Все, говорит, ходят с ней как родные. А утка у нее до этого сидела на яйцах куриных. Ребят, может домой? Веди их домой. Я пойду тоже, дела нужно поделать. Пойдемте. Заметил странную фишку, у нас в этом году нет комаров. Похоже, из-за того, что были то заморозки, то оттепели, все личинки комаров умерли. Еще слышал, по-моему, в Новосибирске, что ли, жаловались, тоже нет комаров. Хотя жара стоит на улице. Ну и к лучшему. А то их так много бывает. Не знаешь, как от них прятаться. Через пару дней обещают стабильно теплую погоду и днем, и ночью. Так что перейдем к посадке кабачков и тыков. Пока они у меня сидят в теплице в горшках. Ой-ой-ой, побежали все. Ну что, мы нагулялись? Уже пару часов-то гуляем. Пойдемте, наверное, домой уже. Не поймал. А? Это ругается, еще бегает. Да, твои не трогаю, все, успокойся. Давай домой. Все, всем пока.